Игровой монитор с разрешением 2К и откликом в 1 миллисекунду. На распаковке монитор NPC с артикулом MZ2712B. В комплекте с ним идет подставка, блок питания, кабель DisplayPort, отвертка и документация. Перед нами 27-дюймовая модель в черном пластиковом корпусе со светодиодной подсветкой с тыльной стороны. Экран выполнен на базе IPS-матрицы и может похвастаться высоким разрешением 2К. Частота обновления в 165 Гц и время отклика в 1 миллисекунду дают пользователю преимущество в сетевых шутерах, таких как CS:GO или Warzone. Монитор устанавливается на изящную подставку с V-образным основанием и регулируемым углом наклона. На нижний торец корпуса вынесены кнопки управления и настройки. С тыльной стороны находится крепление веса 75 на 75 мм, а также интерфейсы подключения. Здесь два порта HDMI, разъем DisplayPort, аудиовыход, USB-порт и разъем для кабеля питания. Суммарная мощность встроенной акустики – 6 Вт. Немного об особенностях данной модели. Монитор поддерживает FreeSync AMD и G-Sync от NVIDIA, благодаря которым минимизируются разрывы изображения. Еще есть различные технологии защиты зрения. Компенсация мерцания экрана Flicker-Free и режим фильтрации синего света Low Blue Light. Подытожим. Перед нами игровой монитор с высокой частотой обновления и низкой задержкой ввода. В числе его достоинств – качественный экран и стильный дизайн.